Привет, мои дорогие! Если чувствуете усталость и энергия на нуле, легкий способ возобновить энергию в своем теле, простой, можно воспользоваться этим упражнением в любом месте, в любой час, будь то на работе, в офисе или даже когда вы идете от работы до дома. Итак, берем наши пальчики, разогреваем, греем пальчики, ушко, слегка его трем, греем, потом начинаем постепенно его подтягивать в разные стороны, растягиваем, подтягиваем его, ну так, чтобы было не прям больно, но можно было терпеть. Дальше начинаем тереть каждым пальчиком, проходим по ушку, а потом еще сильнее, 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 сильнее. Почему ухо? Потому что в нашем ушке много точек, которые связаны с нашим телом. Я думаю, многие знают об этом, практически все. И поэтому мы растираем наши ушки до красноты, до покалывания. И тогда наша энергия к нам снова придет, прильет в наше тело и будет эффективное упражнение, будет много сил, много энергии. Так что пользуйтесь, рада. Видите, ушко у меня уже красненькое. Я чувствую уже тепло. Наполняйтесь. Хорошего дня и вечера. Всех целую.